Ваня и его мама Олеся приехали в Дом советов из Обоянского района. Они заметно волнуются. В свой кабинет их пригласил Роман Старовойт. Не так давно мальчик написал главе региона в социальной сети. Поделился своей мечтой. Оказалось, их желания созвучны. Я тоже хочу такую собаку, о которой ты мечтаешь. Это довольно сложная порода. Это с собакой нужно заниматься. Она очень подвижная. У нее спортивное сердце. В семье, где воспитываются шестеро детей, приобрести собаку такой элитной породы просто нереально. Но мечты должны сбываться. Честно, с трудом от себя отрываю. Ну, так, такое существо хорошее. Но сейчас выведу тебе подарок. От сюрприза Ваня потерял дар речи. Красавице Вилоне всего 2,5 месяца. Она хаски-орликин, то есть с разными глазами. Один карий, другой голубой. Ее привезли из питомника. В плотном графике Ивана щенок будет играть важную роль. С ней нужно очень много гулять. Она подвижная. Буду гулять каждый день. А будешь бегать с ней? Да, каждый день. Такого рвения от ребенка, что действительно он напишет на сайт, попросит, и то, что нам на наше письмо откликнуться. Услышат нашу просьбу, тем более вот так, не ожидали. Кстати, ухаживать за животными Ваня умеет и любит. На нем все подсобное хозяйство семьи. Я продавал кроликов, разводил, купил овцу, потом козу завел, много хозяйства завел. Ну а малышку Вилону на прощание обласкали журналисты и убедились, щенок попал в надежные руки. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, телеканал «7».